Так, ну вот здесь, я думаю, сделать одну отводку. Вторую здесь. Потому что эти нижние ветки особо не нужны. Так, я тут снял кору здесь и вон там намазал Клонекс гелем. Ну вот, сейчас буду ставить отводки. Вот так вот немного криво, но сойдет. Через месяц посмотрим, будут ли корни.